Твери планируют обработать 55 гектаров, поросших борщевиком. По сравнению с прошлым годом, площадь обработки увеличена аж на 20 гектаров. Основной объем приходится на микрорайон Южный, Затверечье, Сахарово, Литвинки, сообщает телеканал «Панорама Про». Напомним, все работы проводятся специалистами Зеленстроя в несколько этапов. В течение нескольких лет с июня по август одна и та же территория должна быть системно пройдена. Вначале производится механическое удаление растений и обработка территории гербицидами. В рамках второго этапа проходит повторная обработка химическими веществами, которые препятствуют распространению и предотвращают дальнейший рост борщевика. Для борьбы мы используем ранцевый опрыскиватель и гербицид торнадо. Гербицид торнадо является гербицидом системного действия. То есть при попадании на вегетирующие органы борщевика, на листья, он по стеблю проникает в корень и растение погибает.